Один архмем. Путь ведет прямо к церкви. Я. Ая. Не так. Хм, крутится.
На. Ага, значит, начинается сар. Вот так. Стоять на месте. Ты явно давно добиваешься этой встречи, но прежде чем мы продолжим, ответь на мои вопросы. Кто ты, черт тебя дери? Может, сначала скажешь, кто вы такие? Это ты добиваешься встречи с нами, а значит, будешь играть по нашим правилам. Отвечай на мой вопрос. Я следую по пути свободы в поисках подземки. Я вам не враг. Если это так, тебе нечего бояться. Кто рассказал тебе, как с нами связаться? Карл вляпался в неприятности, и мне удалось ему помочь. У него есть знакомый, у которого есть знакомый, который мне и намекнул. Всем будет проще, если будешь говорить правду. Кто тебе рассказал про нас? Доктор Амари рассказала, как вас найти. Очень интересно. Последний вопрос. Зачем ты здесь? Мне удалось найти чип охотника. Ваши люди смогут его расшифровать. Что-что? Чип? О таких вещах не шутят. Не знал, что у нас вечеринка. А мое приглашение где? Потерялось. О, вижу, и убийцу охотников пригласили. Круто. Дьякон, ты опоздал. Хочешь сказать, эта птица действительно может убить охотника? В одиночку, на такое даже Глория не способна. Экстренные новости, босс. Она вроде как большая шишка. Если допрос закончен, лучше проявить немного уважения к этой машине для убийства охотников. Просто дружеский совет. Я должна перед тобой извиниться. Любой, кто убил охотника, мой друг. Я Дездемона, я возглавляю подземку. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Твоя просьба ставит нас в сложное положение. Дес, мы должны ее впустить. У нее же есть неповрежденный чип охотника. Это нарушение протоколов безопасности. Нахрен протоколы? Она убила охотника. Значит, она точно не работает на институт. Мы впустим тебя в нашу штаб-квартиру. Мы впервые предоставляем такую привилегию постороннему. Внутри обсудим, что делать с твоим чипом. Смотри, не нарывайся. Ну что, повеселимся?
Расшифровка чипа охотника – очень сложная процедура. Последствия могут быть непредсказуемые. И потери данных – самое безобидное из них. К счастью, у нас есть нужный специалист. Привет, Дес. Ты что-то хотела? Том, нам принесли чип охотника. Ого, серьезно? Блин, 100 лет их не видел. Ладно, теперь об условиях. Том передаст тебе код, но чип охотника остается у нас. Зачем вам нужен чип охотника? Технологии института на много лет опережают наши. А чип охотника – одно из самых сложных их устройств. Не буду вдаваться в подробности, но этот чип может помочь нам спасти немало жизней. Возможно, мы даже сможем помешать планам института. Итак, передавай чип мне. Даже не знаю, вдруг мне этот чип еще понадобится. Я не хочу торговаться, я требую передать нам этот чип. Во всем содружестве тебе за него дадут не больше 2 крышек. А для нас эти данные бесценны, мы просто так не отступимся. Если передумаешь, дай мне знать. Смотри, не нарывайся. Ударник сказал, что дьяконцы. Не знаю. Может быть. Что, не веришь ударнику? Дьякон делал себе очень-очень много. И то и дело. Вас. Новая личность. За ним сложно следить. Может, он и впрямся, а может, нет. Говорю тебе, он сын. Слушай, может, он вообще выдумал. Техник говорит, он целый год с тобой. Нет. Это не шутка. Вранье. Кто-то говорил, что вот после одной из операций дьякон стал женщиной. Но я думаю, это брехня. Не может дьякон быть женщиной. Суть в том, что никто не знает, кто такой дьякон.
Все говорят, что я слишком налегаю на химию. Но на чем порешим? Но у меня-то глаза открыты, я все вижу. Мы отдадим тебе код с этого чипа, но после этого он наш. Договорились? Хорошо, он ваш. Ну что ж, Том, за дело. Ну что ж, здравствуй, чип охотника. Посмотрим, что ты расскажешь анализатору схем. Смотри, не нарывайся. Готово, мы получили доступ к чипу. Сейчас немного поиграем с аналоговыми разъемами. Что? Вот черт, не вздумай падать. А ну держись. Сбой в памяти. Ну вот, алгоритмы шифрования. Отлично, пока все в норме. Зараза. Последние цифры добавили больше десятичных знаков. Придется. Ну же, крошка, давай мне комбинацию. Где она? Стоп, тут использовали ту же логарифмическую функцию, что и в генераторе ключей. Блин, это нам повезло. Я тебя уделал, жалкий кусок железа. Я выиграл. Так, теперь для N-раз. Ну же, покажи мне свое базовое число. И есть, есть код. Ха-ха, сейчас сделаю тебе голографическую запись. Отличная работа, Том. Не уверен, что в следующий раз нам также повезет, Дес. Продолжай анализ чипа. И ты. Я бы с удовольствием продолжила наше сотрудничество. Если тебя это интересует, дай мне знать. Но хочу подчеркнуть, если ты используешь эти данные и узнаешь что-то про институт, то своей находкой ты прежде всего поделишься с нами. Иначе нашим отношениям будет нанесен страшный удар. Привет. Если мы и дальше собираемся сотрудничать, я должна убедиться, что мы друг друга понимаем. Ты в курсе, кто такие синты? Да, мне все о них известно. Хорошо. Институт обращается с синтами, как со своей собственностью, как с вещью. Почему институт с ними так обращается? Разыгрывают из себя богов, играют с вещами, которых сами не понимают. С высоты их позиций очень легко отрицать человечность в собственных созданиях. Похоже на рабство. Именно. Поэтому мы стремимся освободить синтов из оков рабства, дать им шанс на настоящую жизнь. У меня вопрос, единственный важный вопрос. Ты рискнешь жизнью за товарища, даже если он окажется синтом? Я каждый день рискую жизнью ради других. Мне не важно, люди они или синты. Отличный ответ. Учитывая твои навыки и моральные принципы, в обычных обстоятельствах мы бы попробовали тебя нанять. Сейчас у нас нет времени на обучение нового агента, но ты можешь нам помочь другими способами. А в ответ мы поможем тебе. Поговори с Диаконом. Можешь идти. Если захочешь встретиться с нами, приходи сюда. Прошу прощения. Мы узнаем, что ты здесь. Ты уж извини за холодный прием. Когда танцуешь с институтом, приходится быть осторожным, если на танцпол выходит кто-то новый.
Ваша предводительница просто была осторожна. Именно. Правда, шанс на приятное первое впечатление она зарубила на корню. Но теперь все в порядке. Я за тебя поручился, никого не пристрелили. И все же буду премного благодарен, если не выдашь нас институту. Спасибо. Скажи мне, почему ты за меня поручился? Я много о тебе слышал. Достаточно, чтобы дать тебе шанс. Итак, Дес хочет сделать из тебя туриста. Так мы называем тех, кто время от времени нам помогает. Зря она так. Я скажу прямо, подземка в тебе нуждается. А ты уверен? По Дездемоне этого не скажешь. Просто она считает, что у нас нет времени и людей на твое обучение. И будь ты какой бестолочью, которая не может отличить собственную задницу от гранатомета, она была бы права. Но я знаю, такому человеку, как ты, достаточно дать пару советов и указать на цель. Я тебя внимательно слушаю. У меня есть задание. Для меня одного сложновато, а для нас двоих в самый раз. Если поможешь мне, на нас обратят внимание, и Дес пригласит тебя к нам. И потом, если попадешь в передрягу, твои друзья из подземки всегда придут на помощь. Что ж, давай приступать. Чудненько. Встретимся на старом шоссе у Лексингтона. Там все и расскажу. Не думал, что снова тебя увижу. У тебя все получилось. У тебя есть что-нибудь для меня? Видимо, это утвердительный ответ. Не могу сказать, что я удивлен. В конце концов, тебе удалось справиться с Кологом. Уж охотника-то после такого уничтожить, расплюнуть. Как тебе удалось его расшифровать? Разве это имеет значение? Нет, действительно, не имеет. Главное, что у тебя все получилось. Я тут тоже не сидел без дела. Сделал все, что смог. Что-то вспомнил, что-то в свое время подслушал в чужих разговорах. Приготовил для тебя кое-какие чертежи. Этими руками это было сделать нелегко. Мелкая моторика ни к черту. Вот простое объяснение. Тебе нужно собрать устройство, перехватывающее луч, с помощью которого институт телепортирует охотников. А затем телепортироваться по нему самостоятельно. Знаешь, в чем самое безумие? Та станция классической музыки передает сигнал телепорта. Все данные по гармоническим частотам. Тебе все это уже приходилось слушать. И не раз. Важно понимать, что это не моя область. Я был в бионауке, а не в инженерии и не в высших системах. Думаю, эта штука сработает. Хотя гарантии дать не могу. Но если ты сможешь собрать это устройство и используешь код,
то оно должно будет перебить сигнал института. Сможешь, в смысле, собрать сможешь. У тебя есть помощники на примете. В одиночку тут не справится даже тебе. Что-нибудь придумаю. Отлично, отлично, потому что тебе просто необходимо попасть внутрь. Ради нас обоих. И не забудь о нашем уговоре. Я помог тебе всем, чем мог. Если у тебя получится проникнуть внутрь, найди сыворотку. Это мой единственный шанс опять стать нормальным. Найди ее. А теперь иди, бери чертежи и за работу. Собери устройство во что бы то ни стало. Если потребуется, зови на помощь всех своих знакомых. Защищать или служить? Арэр. Привет и добро пожаловать в Уолден Понд. Вы стоите перед хижиной, где летом 1845 года поселился писатель и философ трансцендентальный Генри Левинсон. Два года, два месяца и два дня Тора провел в действительной надежде обрести более объективное понимание. Человек, когда получает возможность проявить свою Дьякон, это ты? Нравится маскировка. Камуфляж для пустоши. Это моя куча мусора. Отвали, скотина. Круто, да. Тебе еще повезло, что я лицо не стал менять.
Тебя не узнать. В этом весь смысл. Так вот, насчет работы. Старую северную церковь подземка используют не так давно. Перед этим наша база располагалась под кафе Джо Слоком. У нас все отлично шло, пока нас не раскрыл институт. Звучит просто кошмарно. Это была катастрофа с большой буквы. У выживших не было времени на сборы, поэтому мы и заберем кое-что важное, что пришлось там бросить. Что именно мы ищем? Скажу, когда попадем внутрь. Знаю, неприятно, но стратегическое незнание спасло нашу организацию столько раз, что и не сосчитать. У нас здесь есть турист. Он, или она, владеет данными по базе. Сначала получим сведения, а потом к делу. Пока первым пойду я. Итак, я ищу знаки подземки, символы, с помощью которых мы отправляем друг другу послания. Да, у нас есть пароли и отзывы, тайники и тайные рукопожатия. Ну ладно, если честно, рукопожатие так и не прижилось. Как бы то ни было, турист должен был оставить для нас след. Пожалуйста, знак подземки. Стрелка в центре указывает направление. Значит, наш турист ждет впереди. Идем. Еще один знак подземки. Вон там. Уф. И еще один. Мы наверняка уже близко. Видишь плюс в центре, значит, поблизости находится союзник. Наш турист. Разговор поведешь ты. Неважно, что он скажет, твоя задача – ответить. Сие честно ремонте. Просто поверь мне. Привет. О, слава богу, у тебя есть счетчик Гейгера. Говори, есть у тебя драный счетчик или нет? Он у меня встроен в Пип-бой. Чего? Спокойно, она хотела сказать, счетчик на ремонте. Так-то лучше, у меня чуть сердце из груди не выскочило. Это кто такой вообще? Штаб сказал, что пришлет одного агента, не двоих. Прости, я новенький. Она просто показывает мне, что к чему. Ясно. Стена, мне свидетель, я уже думал, мне конец. Где вас носило, штабные крысы? Ты в опасности? Я подписался на простое разведзадание, но этот ваш Джо Слоком просто кишит железными дровосеками. Если меня до сих пор не обнаружили, то точно заметит на выходе. Я в ловушке, мать вашу. Через главный вход не пройти, они все заминировали.
Тут что, мина поле? Ага, всем полям поле. Такое, что карту по нему не нарисуешь. Спасибо тебе за все, что ты сделал. Надеюсь, это поможет. Очень надеюсь. Как только все уляжется, я сваливаю отсюда. Так что если есть еще вопросы, спрашивай сразу. Привет, Рики. Что-нибудь еще? Мы штурмуем базу. Как только мы нанесем удар, снимай из винтовки каждого, кого увидишь. От нас зависит жизнь многих. Вот ведь красноречивая скотина. Ладно, пару выстрелов сделаю. Но если увижу, как они ко мне направляются, сразу сваливаю. На этом все. Какой у нас Рики милашка. Как думаешь, он говорит правду? Кстати, о правде. Почему ты соврал Рики? Моя задача в подземке – добывать данные. Ее выполнять проще, если никто не знает, кто я. Так что я соврал. Я так часто делаю. А пока вы с ним болтали, я наблюдал со стороны. Мы с тобой отличная команда. С какой стати Рики будет врать? У людей всегда есть причины врать. Институт мог переманить его. Или, что еще вероятнее, он жутко на нас всех злится. Причин куча. Он мне показался честным человеком. Согласен. Первое правило в нашем деле – доверять своей интуиции. Так что если верить ему на слово. У главного входа нас ждут мины, синты и наверняка куча других веселых призов. Так что пойдем через тоннель. У кафешки есть отдельный тоннель? А у кого его нет? Но если серьезно, слава богу, что он есть. Если бы не он, от подземки бы сейчас ничего не осталось. Через тоннель наверняка проще, чем лобовая атака. Проще, но тоже не прогулка по пляжу. Ты пойдешь вперед, я тебя прикрою.
Вот мы и зашли. С черного входа безопаснее, но готовься к встрече с синтами первого и второго поколения. Пора тебе узнать, зачем мы здесь. Мы заберем прототип, разработанный нашим добрым доктором Каррингтоном. Кто такой доктор Каррингтон? Если все пройдет хорошо, ты с ним скоро познакомишься. Тогда вперед за прототипом. У нас с тобой неплохие шансы. Первый шаг – отменить блокировку, установленную системой охраны. Я это не взломаю. Что ж, по крайней мере, терминал работает. Попробую ввести пароли. Нет, нет, нет. Ага, один пропустили, гады. Прототип ждет нас внутри. Кто-то оставил здесь знак подземки. Этот знак означает опасность. Да, мы знаем, бедный ты трупик. Мы уже знаем. Здесь кто-то есть. Атакую врага. Сенсоры обнаружили врага. Обнаружено движение. Интересно. Пожалуйста, покажитесь. Странно. Наверное, мои сканеры неисправны. Погоди, видишь прямоугольник в центре того знака? Он означает, рядом есть тайник. Похоже, Мэйвину удалось что-то спрятать прежде чем. Ну, ты понимаешь, давай поищем. Технику удалось включить в систему охраны. Охотников это едва замедлило, но все-таки спасло пару жизней. Я ошибся. Враг не обнаружен. Атакую вражеский организм. Противник, возможно. Арет. Привет.
еще один рабочий терминал. У нас не было времени заранее подготовить систему обороны. Включи питание и устроим нашим друзьям. Дам небольшой сюрприз. Атакую вражеский атак. Ваше уничтожение не сделано. Анализ ситуации вы должны верить. Способность к маскировке. Потрясающая. Враг бежал. Мудрое решение. Обнаружено движение. Интересно. Чувствительность моих сенсоров, очевидно, нуждается в отладке. Сенсоры обнаружили врага. Система наведения работает на полную. Готово. Пока-пока. Первое поколение. Тебя ждет сюрприз. Не под каждой капельки Джо с Локом есть подземный комплекс тоннелей. Мы входим в секретную исследовательскую лабораторию оборонительного разведывательного управления. Место, которое официально никогда не существовало. Оно называется коммутатор. Прототип находится в самом центре комплекса.
Да. Атакую человека. Ине. Похоже, моя цель исчезла. Уф. Который могу вам причинить. Пожалуйста, не двигайтесь. Враг ушел, мэм. Я оснащен самыми современными сенсорами. Я вас найду. Я по возможности... Где тут этот ног? Каррингтон, Стэнли. Ти Супремал Экс. Открывайся, говорю. Томми Уисперс погиб. Отдал жизнь, защищая наши секреты. Посмотрим. Вот так. Томми хотел бы, чтобы его оружие досталось тебе. И пусть его размер тебя не обманывает. Что в этом оружии такого особенного? Его восстановил техник Том. Ты с ним еще познакомишься. Передовые технологии старого мира. Оружие мощное и, что самое главное, бесшумное. Другого такого ты не найдешь. Бери прототип Каррингтона, отдашь его Дездемоне, и она будет обязана впустить тебя в нашу шайку. Да. В конце коридора есть лифт. Со стороны минного поля воевать с синтами будет намного проще.
Привет. Человек, ты должен верить. В самом конце. Включи питание лифта. ЗТВ с гитарой. Сейчас. Это что за херь?